Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, мы постепенно подходим к годовщине игры. Напомню, у нас годовщина в конце сентября, а патч 2.1 у нас стартует 1 сентября. В эту пятницу у нас с вами стрим разработчиков. И, конечно же, как всегда, я буду вас ждать на стриме в эту пятницу. Нам расскажут все, что нас ждет в патче 2.1. Но и на данный момент понятно, что патч нас ждет грандиозный. Во-первых, нам откроют с вами доступ к Сакуре. Это и так, по сути, понятно, потому что разработчики специально искусственно ограничили количество уровней. На данный момент можете прокачать Сакуру себе до 20 уровня. А значит, мы с вами получим новые крутки, новую мору, новые книжки, новые формы, что достаточно вкусно, согласитесь. Второе, разработчики нам с вами анонсировали персонажей на следующий патч. Это Какоми, Баал и Сара, и по ожиданиям они достаточно все будут сильные. Что касается Баал, она у нас вообще архонт, а архонтов слабых у нас в игре не существует. Так что, друзья, копите примагемчики, они вам помогут. Третье, конечно же, нас ждет новая территория, потому что если сейчас вы посмотрите на прогресс исследования, вы поймете, что Инадзума у нас вышла наполовину, ну чуть больше. И разработчики также искусственно затянули этот контент. А с новыми островами у нас придут новые сундуки, это примагемы. А так как новая территория это электрокулы, а электрокулы это статуи архонтов, это опять примагемы. Ну и конечно же всякие загадки с новыми территориями. Помимо этого нас ждут, конечно же, события по посвященные годовщине игры, а пользователи PS5 и PS4 получат у нас бесплатного персонажа Элой. Мы же с вами, ПКшники, получим это лишь в патче 2.2. Если тут довериться словам игрокам, которые играют в Honkai Impact, это, напомню, предыдущий проект Михуё, то там они на годовщину достаточно щедры. Плюс ходили слухи о том, что нам дадут с вами Эмбер скин, также нам дадут всякие крутки, да, и всякие вкусняшки на годовщину, ну и плюс события, которые я перечислял, персонажи, острова, загадки, Сакуру. То патч-то получается бомба. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Не забудьте подписываться на группу, на канал, на Discord. Всех благ вам. Пока-пока.